Друзья мои, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Прошлый прогноз у нас с вами отработал на ура, мы с вами оттолкнулись от зоны 6800 долларов. И, как и планировалось, пошли на штурм зоны 7100 долларов. И хотел бы в самом начале ролика отметить, что ситуация на рынке довольно неоднозначная, но при любом варианте развития событий мы с вами сможем заработать. Те, кто на моем канале только-только, напомню то, что мы покупали биткоин на уровне 6150, 6250 и 6500. И мои ордера вы можете посмотреть по ссылочке в описании, там есть ссылка на группу ВКонтакте, куда я выкладываю все свои ордера. Сразу хотел бы отметить то, что это ордера мои, я ни в коем случае не призываю вас их повторять, но как показывает практика, у нас с вами довольно небольшой процент неверных прогнозов. Ладно, давайте заканчивать с этим лирическим отступлением и не буду вообще каркать. Смотрите, какую ситуацию по биткоину ожидаю на данный момент. Коридор, который я обозначал в прошлом видео, он до сих пор актуален. Это зона 7200 долларов, 7600 долларов. Но на данный момент мы с вами только-только закрепляемся над уровнем 7150. И объективного закрепления у нас с вами нету. Поэтому, смотрите, здесь есть довольно важные зоны. Локальные зоны. Эти локальные зоны это 7050 долларов и 7100 долларов. Соответственно, если локально, от текущих уровней мы с вами пробиваем 7100 вниз, идем к уровню 7050. 57 тысяч ровно, соответственно, мы можем спокойно продавать биток, зафиксировав хорошую прибыль, и потом заходить на уровне 6750 долларов. Потому что при пробитии 7 тысяч долларов у нас с вами путь исключительно на уровень 6750. Хотел бы также обратить ваше внимание на график шортов, он сейчас очень сильно подрос, что показывает, что довольно многие от текущего уровня ждут отскока, и скорее всего он сейчас будет, так как по графику лонгов у нас с вами нету никаких движений, но я думаю, сейчас мы с вами пойдем куда-нибудь в уровень 7100 и будем дальше отталкиваться, пытаясь выйти на консолидацию к уровням 7200-7600. Хотелось бы все-таки увидеть на дневках закрепление выше, чем 7100. Поверьте, это будет очень хороший знак, и на самом деле многие трейдеры этот знак увидят и не будут давить вниз биток, не будут шортить. Но так как уровень мы еще не взяли, большинство, так сказать, самые нетерпеливые уже встали в шорт. На самом деле, я думаю, ну, достаточно неправильное решение. И те действия, которые предпринимаю я и мои подписчики, а именно следим за графиком, закупившись максимально круто. То есть 6150, но там лучше можно было закупиться только по 6. 120 долларов, если я не ошибаюсь. То есть, получается, мы поймали самое дно предыдущего движения, поэтому давайте сейчас по максимуму с этого движения выдавим перед коррекцией. То, что коррекция будет, это однозначно, по крайней мере, локально уже и MACD и RSI показывают зоны перепроданности, MACD показывают все предпосылки к развороту, но я думаю, это так и останется на локальном уровне, и откат у нас будет исключительно до зоны 7100 долларов. Друзья, теперь хотел бы вам напомнить о своем партнерстве. Это партнерство с проектом CryptoFinance. В компании CryptoFinance вы можете получить займ до 500 000 рублей всего за 2% в месяц. Это очень неплохой процент. И для тех, кто хочет и криптовалюту сохранить, и денег взять в займ, это довольно неплохой вариант. Но вот, например, вам нужно 200 тысяч рублей, вы можете у компании CryptoFinance получить эти деньги всего за 4000 рублей в месяц. Соответственно, оставив под залог свои криптоактивы. Небольшой ролик и продолжаем. Вам нужны рубли на текущие расходы, но вы не хотите продавать криптовалюту, ожидая роста? Компания CryptoFinance, бренд, который принадлежит фирме ООО МКК Covent Garden, готова совместить удобство займов по интернету с современной технологией блокчейн и представляет инновационную услугу Smart Займ. Подробности на сайте cryptofinance.rf. Друзья, все ссылки вы можете найти в описании, а мы продолжаем. Смотрите, какая у нас на данный момент ситуация по альткоинам. На всех альткоинах она плюс-минус одинаковая, поэтому разберу, ну, например, на примере Ripple. В данный момент большинство альткоинов дают локальный флэт, но при этом уже они сформировали кучу локальных поддержек. Например, если говорить за Ripple, сейчас по сопротивлению можно рассматривать продажу Ripple от 36 центов до 42 центов. Соответственно, если сейчас биток у нас начнет от уровня 7200 поход вниз, польются и альткоины. И на примере Ripple у нас с вами две очень хорошие зоны покупки, это 30 центов.
И это уровень 27 центов. Это локальные уровни поддержки, от которых отскок будет в любом случае. Такие локальные поддержки можно найти на всех топ-активах. Соответственно, не обязательно, если вы сидите в Ripple, там неважно, может это и Stellar, и любой вообще альткоин топовый, у них плюс-минус ситуация одинаковая. Хотел бы рассказать про ситуацию с Dogecoin, потому что меня довольно многие о нем спрашивают. Если честно, еще до роста я хотел дать рекомендацию на его покупку, но подумал, что это актив, который, в принципе, я не обращаю, на которые я не обращаю внимания, но все-таки хотел бы объяснить, что сейчас там с Dogecoin, что с ростом и как вообще в данной ситуации себя вести. Смотрите, Dogecoin сейчас у нас отыгрывает новости. И если вы заходили в Dogecoin там неделю назад, то сейчас моя вам рекомендация его сливать. Потому что как только он отыграет новости, а может быть даже раньше, это будет очень-очень хороший слив. Причем поймите, там будет слив как по технике, так и по новостному фону. Dogecoin — это актив, ну, который на самом деле нацелен на то, чтобы просто бабки ваши забрать. И вот эти локальные пампы не надо расценивать как какую-то сверхпрорывную новость. И, как говорится, входить на всю котлету в этот актив. Я думаю, если вы заходили там без моих рекомендаций, сами решили, то сейчас самое время из него выходить. Ладно, мои дорогие, своими мыслями я с вами поделился. Времени вашего больше отнимать не буду. Не забывайте, что лучшая благодарность мне — это ваш лайк и подписка. И оставленный комментарий, разумеется. Это и каналу помогает развиваться, и меня очень сильно мотивирует. Спасибо за ваше внимание. Работаем.